Yeah.
щоб я вдома пішов і почитав вам, вирізав і показав в Фейсбуці, щоб все бачили. Руки за голову. Де ще шли? Пошли. Уно, двоє, три, патру, чич, шапка, шапка, оп, но, де ще? Подрыгнули. Значит так, за разминку у нас приз получает Михаила. Где-то здесь вот громче только говори, пожалуйста. Так, у вас не может получить. Вика делала, и вы все за ней. Да-да, а ты вместо того, чтобы ей помочь, ты разговаривала. Нет, стоп! Ты учительница. Если ты учительница в классе начинаешь разговаривать с учениками на другие темы, они не учатся. Поэтому ты должна быть строгая. У тебя будут дети. Если ты будешь им разрешать на голове сидеть, то ты уже не мама. Они будут сказать, мама, иди то сделай, мама, иди то сделай. У тебя должна быть и мягкость, и жесткость. С друзьями мягкость, а когда ты начальник, ты должна быть чуть жестче. Поэтому делала Вика, вы все это не повторяли. А Галина в этот раз не помогла своей подруге. Ты нет, ты разговаривала. Держи, Вика. Так, Вадим, ты мне сегодня молодец, помогал, классно, спасибо. Держи. Так, еще раз. Вот даже ты сейчас чуть-чуть разговаривай. Ну, а не верит. Уже нет, да? Нет. А че? Ариэль! Нет, теперь спал. Так, нет. Все, а как? Не забывайте, девочки, кимоно вешать. Так, Андрей. Да? Посмотри, как ты мне похудел. Ай-яй-яй-яй-яй. Не забудьте на вешалки, пожалуйста. Там вешалки есть этот, как вся, все нормально. Да. Так, непонятно, кто делал. Сидели больше так, вот чуть-чуть вот, вот так. Не могу. Четко надо было. Вот я видел, например, там, что там Вика делает, и остальные за ней болтают, ничего не делают. Здесь я не видел, вы как бы вдвоем вроде никто не проводил, никто не считал, никого не слушали. Так вроде делали. Но уже четче, тогда получится. Здравствуйте. О, здравствуйте. Сейчас, одну секундочку, я к вам подойду, выключу. Сейчас, одну секундочку. У меня тут запись идет, потому что соревнования.